Вечер добрый, друзья мои. Продолжаем катать Евротрак Симулятор 2. Версия 1.49. С вами Олег Драйвер. Давай в дорогу. Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Так, давай сразу на карту. Так, ага. О, недалеко от отворота на Октябрьский. Недалеко. Так, а, кстати, сразу, раз уже зашел по карте. Простая русская сборка. Разумеется, все DLC, Русмап, Волга Мап, Сибирь Мап, Казахстан, Юг. И нашел, вообще вот без проблем нашел Руэкс, Турция, Украина. Так, и все, этого достаточно. Итак, до хрена где можно катать. Ну и, собственно, по Европе в этом профиле я почти и не ездил. Так, груз, бетонные блоки везу, 24 с копеечкой, 180. Так, должен быть я завтра в Вольске до 14.42. Да, почти до без 15.03 край я должен этот груз доставить. Так, это сейчас у меня был второй обед. Немного отдохнул, размялся, перекусил. С полчасика тут отдохнул, постоял. Так, никуда не ходил, там ничего хорошего, ничего интересного. У меня все есть с собой. Холодильничек, вещички тут у меня. КамАЗ-54-90, дизель Мерседесовский, 510 лошадиных сил. Так, будьте внимательнее на дороге. Так, дизель Мерседесовский. И 12-я коробка ZF. Так, давай, малеха назад. Все, поехали. Лето. Погода замечательная. Ты смотри, какое солнышко, а? Просто красота. Так, сегодня 10 марта, воскресенье, праздники. Замечательные весенние заканчиваются. Еще раз прекраснейшую половину нашего человечества поздравляю с весенним, с первым весенним праздником. Поверните направо. Обнимаю, целую. Милые, красивые, хорошие. Пусть все будет у вас хорошо. Прямо. Пусть все будет у вас хорошо. Так, ну вот опять моя любимая позиция. Солнце, флабаш, да на закате. Просто жесть, жестянская. Ну а что делать? Раз уж движешься на запад, ну, уж как терпи. Ну что такое? Чуть-чуть газку поддал бы, я пошел. Что ж ты прям так уж перетрухал-то весь. А, сплошная линия, на мосту обгонять нельзя. Ай-яй-яй. Так, что у нас там? Двигайтесь прямо. Налево сейчас. Бавлы вижу на горизонте. Поверните налево. Так, а что они не отметятся у нас? Так, времечко 8:00. Ну что, пока солнце высоко, надо поработать. Так-то расстояние-то еще приличное. Почти 600 километров у нас. Так. Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. Да, с удовольствием.
Так, заправка нам не нужна, у нас полный бак. Заправились уже. Должно хватить до конца рейса. 557 километров до финиша. Ну, разумеется, видос, ну, сколько-то сегодня попишу, а рейс уже только завтра заканчивать буду. Солнышко ниже, ниже, ниже. Ну, сейчас хоть хорошо, не в лабаш, но сбоку-то пускай светит. Ну и как обычно, по традиции, друзья, огромное спасибо. Ох ты ж, Дастер все-таки обогнал. Огромное спасибо за ваши оценки. Двигайтесь прямо. Моих видосов. Огромное спасибо за просмотры ваши, за комментарии. Всегда приятно. Всегда приятно видеть ваши комментарии, читать, отвечать на них. Поворот на повороте. Вот дорога какая. А так вот зазеваешься и ага, летальный исход. Так, ну еще двигайтесь ты прямо. Солнце-то еще не село. Что, дождь собирается, что ли? Как-то так небо потемнело, да? Темное какое-то стало. Подзатянуло как-то так резко прям. Блин, что-то горло першит. Что-то горло першит. Ну да, облачность. Раз так и затянуло. Пелена. Очень даже может быть, что дождь сейчас пойдет. Дождичек. Двигайтесь прямо. Вот нахер ты вот перестроился? Зачем вот ты перестраивался вправо, спрашивается. Капец, блин. Да еблысь ты. День закончился, но мы еще пока немного поработаем. Держитесь правее, затем продолжайте движение прямо. Как скажешь, дорогая. Двигайтесь прямо. Большая стоянка. Наверное, холодная водка. Холодную водку закусывал замороженными котятами. Такая себе шуточка старая, бородатая. Ну, пока покоробим, пока едем. Двигайтесь прямо. Как утаем. Газу, газу, газу. Двигайтесь прямо. Ссылка на этот мод в описании под видео.
Так, на всякий случай, если мод вам глянулся. Так, что там такое? Ё-моё. Держитесь правее. Ну, мод действительно хорош. Не идеален, но очень хорош. Звук мерседесовский, прям четкий такой. Держитесь левее. Угу. Ездили в эти выходные с супругой. К дочке в гости. С зятем посидели, выпили. Ну, только он все выходные работал. Сегодня только выходные у него. Но у меня сегодня дежурство по работе. Поэтому, приготовьтесь к съезду направо. Поэтому надо быть дома. Поэтому надо сегодня быть дома. С внуками понянькался. Я теперь дважды дедушка. Молодой дедушка, чем не всего полтос. Что это такое полтос? Так, это как в том фильме. В 45 жизнь только начинается. Вот так вот, сколько тебе лет? Как себя чувствуешь? Можно и в 30 лет чувствовать себя старой. Держитесь правее, затем съезд справа. Старой развалюхой. А можно и в 50 чувствовать себя. Съезд справа. Бодрячком. Неплохой возраст, ну конечно, еще так до серьезного возраста, хотя бы лет до 70, это еще двадцаточку. Ай, только торопиться жить не надо, годики-то пролетают, ох как быстро, ох как быстро. Кажется, недавно только в школу ходил, даже еще какие-то моменты из садика помнишь, с детского сада. Воспитательницу в детском садике помню. Я уж не помню, как ее зовут. Такая темненькая, такая кудрявая такая химия на голове. Ботинки мне одевала. А ботинки были такие, ну, детские, такие красные, с коричневым, что-то такое вот. И, ну, на шнуровке. Гулять собирались, по-моему, или уже... А, ну да, вечером гулять собирались, и родители уже приходят, и уже детей забирают. Вечерняя прогулка, так сказать. Я сижу, ерзаю на скамейке. Она мне ботинки шнурует. Ей надоело, что я ерзаю. Такая, сиди лодом. Лодом. Оп, все, сел, чик-чик зашнуровала. Коллегу крепят. Капецкие. Да. Кажется, давно ли это было, да, вот так вот. Годы летят очень быстро. Это поначалу, пока ты молодой. Пока ты только в школу пошел, кажется, как это все время медленно идет. Какие-то 5 минут, вообще целая вечность, блин. А сейчас, хоп, смотришь, день закончился. Да ё-моё, да как так-то? Раз, и опять день закончился. Оп-оп, смотришь, годик-другой пролетел. Вроде недавно еще на работе у себя церковник отмечал. Хоть и говорят, там типа 40 лет не отмечают. Да при чем тут 40 лет, какая разница? Давайте тоже 9 лет отмечать у детей не будем, да? Причем тут 40 лет не отмечаются? Чего вдруг-то? Чем цифра 40 провинилась-то? И причем тут ассоциация какая-то, да, вот на 40 дней?
Я же не 40 дней себе отмечаю, а 40 лет. Так что нормально все, на работе посидели. Ну, когда же было? Больше 10 лет уж прошло. А вроде вот казалось, недавно совсем. А уже 10 лет пролетело, уже 51-й пошел. Так оглянуться не успеешь, и 60 будет. И в 60 тоже такой сижу и играю в Евротрак, который сделали в 12 году. А мне кажется, наверное, все равно с этой игрой что-то будет. Либо выйдет другая, либо эта игра обновится до такой степени, до таких красот, до таких высот, что мы просто офигеем, какая эта игра будет классная. Нет ни одной другой какой-то игры, где были бы вот такие же реальные модели, такое обилие, а такие большие просторы, карты, моды, территории такие в Америке, в American Truck, здесь в Евротрак, большое количество дорог, территорий, и все это реально. Тольятти. Вау. Так, а что, пока еще едем? Время-то 11, слушай, надо так-то, друг мой, надо, баиньки, вставать уже. Так, ну и завтра остаток пути преодолеем. Так, да, отворот на Тольятти. Надо было, конечно. Так, ладно, еще немножко проедем. Жигулевск. Блин, ну вот здесь стоянка будет следующая. Ну давай сейчас на первой стоянке, хоть площадка, хоть какая-нибудь. Бывает так иногда. Не обозначена стоянка на карте синей иконкой, а так-то есть по факту. Так, ну что ты меня там поджимаешь? Ты обгонять меня будешь, обходить или что? Или мне можно выходить? Ты прям приближаешься ко мне. Так, заправка. А вот на карте иконки нет. Так. Понятно. Никуда ты не хочешь ехать, обгонять меня. Сейчас доедем до стояночки и встаем на ночевку. 288 километров до финиша, так что завтра не обязательно вставать в 5 утра. Встану где-нибудь в 6-7 и спокойненько километраж этот сделаю. Не такое большое расстояние, ерунда. Жигулевск. Так, едем пока дальше. Там, по-моему, дорога дальше будет в две полосы сходиться. Коллеги еще тоже пилят, пока на стоянку не хотят вставать, да? Тихо. Уже 12 час, да, блин, там где-то впереди стоянка должна быть. Пока едем, ладно. Поедем. Так.
луна слева. Так, большая такая. Ишь ты. Так, а вот стоянка. Так. Тут площадка какая-то. Так, магазин. Сейчас еще чуть-чуть дальше. Да что ж такое-то, ё-моё. Так, тут частная территория. Приват проперти. Так, ага, вот мне сюда, походу, вот тут стоянка вон. Нам туда. Остальную часть пути преодолеем завтра. 242 километра до финиша, осталось 241. Изменение маршрута. Развернитесь, когда будет возможно. Так, ну давай тут за коллегой встанем. Нормально, потом без проблем утречком выйдем. Так. Ну, можно маленько назад. Давай-ка чуть-чуть. Так, пойдет все. Хорош. Ну вот, как-то так. Спасибо, друзья, за просмотр. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, оценивайте это видео. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. Переходите по ссылкам под этим видео на мою страницу ВКонтакте, на мою страницу в Facebook. Там полно скринов по Евротрак, по Америке, по суровой России. Заходите, добавляйтесь, буду рад. Всем спасибо. Пока-пока, увидимся. До новых волнующих.